Друзья, привет! Вербенбухта, маржи в Норвегии. Получилось так, что мы должны были купаться на Ингерстранд, но там все замерзло. Прикиньте, зимой, оказывается, все замерзло. Вот неожиданность, да? Два сезона там был, и ничего не замерзало, он в этот раз приехал, и вообще полностью. Поэтому у нас Вербенбухта, так как здесь все-таки есть у нас прорубь, в которую мы будем сегодня нырять. Ля, класс! Погода сегодня шикарная просто. Солнце, тепло, 0 градусов, даже плюс 1, наверное. Так что будет приятно купаться. Ирина и Микола первые сегодня идут купаться в прорубь. Красавчики. А что, прям стоять можно, да, здесь вообще? Хорошо. Дышим, дышим, не забываем по Вим Хофу. Герои, герои сегодняшнего дня. Ну что, Лен, как ощущения? Отлично! Рекомендую! Ну, супер! Очень рада! Гусендак! А теперь за кадром! Ну нафиг это все вообще! Жесть полная! Капец! Прекрасно, вообще очень хорошо себе покупался. Чувствую себя прекрасно, на дворе тепло, солнышко светит. Вот ты говорил, у тебя сейчас совсем другие ощущения, чем были в первый раз. Да. Что именно изменилось? Ну, не в первый раз, а в предыдущие разы. Сегодня я уже более был уверен, вот и мне каждый раз нравится все больше и больше. Очень интересно посидеть в воде, в холодной, в ледяной воде сейчас подольше. Очень интересно для меня, чтобы ощутить, как вот эта ледяная вода воздействует на тело, как тело принимает ее. Оно не охлаждается, тело, оно просто принимает ее. Очень интересное ощущение. Мне хочется сидеть все дольше и дольше. Даже вот если я не одеваюсь, солнышко светит. Да. Сегодня у нас реально плюсовая температура и погода очень хорошая. Поэтому мы наслаждаемся.